Сес контроль, сес контроль. Вот так мы работаем, работаем, да, 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 да. Как меня видно и слышно? Вещаю с моего балкона. Вот, мои дорогие. Были на базаре, сейчас вам покажу, что вы купили. Не обращайте внимания на бардак. Он никогда не заканчивается. А чтобы вы не видели бардак, мы закроем занавески. Сделаем с вами распаковочку, мои дорогие друзья. Мы только что пришли с мужа с базара. Там не снимала ничего. Почему-то какая-то я очень уставшая. Сегодня день рождения моего мужа. Мы купили по 40 лир. Это клубничка по 50. Это капусточка 50 лир. Видите, какая она красивая. Помидорчики эти по 15, по 20. То есть. А вот эти вот черри по 30 лир килограмм. Смотрите, что я увидела сегодня. Я буду солить мою капусту. Хрустящая. Взяла специально две головки. Здесь 3,5 килограмма. Ну и себе так на ковра. Заквашу. Что это она снимет? На верхние листики снимем. Заквашу и будет у меня квашеная капуста. Потому что ту надо доедать. Она мне не нравится на цвет, хотя вкусная. Здесь у меня лимоны. Капуста тоже это 150. Вот это вот две капусты 100 лир дал. Так, зелень взяли. Сейчас я мавишу. Знаете, какая хорошая. Ой, красота. Обожаю мою зелень. Но много не набирали, знаете почему? Мы покупаем периодично. Не хватает нам, столько мы кушаем. Перчик. 20 лир килограмм. Лук. По 20 лир килограмм. Здесь и чеснок. Так. Баклажаны по 20 лир килограмм. И огурцы по 25. Вот и все. Подождите минутку, тут кто-то что-то тут делает. Знаете, что получилось? Мой муж увидел провод и завязал его. И привязал к этому. И сейчас там кто-то потянул, я быстро развязала. Так вот, огурцы по 25 лир килограмм и баклажаны. Вот такой сегодня базар. 200 лир отдашь, раз, 200 лир отдашь, два. Что-то купишь и все. А я пошла раскладывать все это. Не знаю, как мы сегодня будем праздновать. Мы чуть-чуть немножко вчера ночью отметили с другом моим мужем. Вы мне рекомендовали быть к нему, вернуться такой. Вы знаете, что он действительно кайфует от того, что я его поддерживаю. Поддерживаю в чем? Видите, какое солнышко светит. Он любит, когда его Светлана такая живая, активная, с ним и потанцует. Но я не курю, друзья мои. Уже к сигаретам я отношусь, знаете, как? Никак. Я отпустила эту ситуацию, читала сегодня ваши комментарии. И благодарю вас за то, что вы написали мне такие теплые комментарии. И вы правы, я с вами согласна абсолютно. Нельзя изменить человека, можно изменить его, наше отношение к нему. И как-то не обращать внимания, да. Потому что действительно он не собирается курить, а я не могу его воспитывать. Человек сам должен захотеть, как я пришла к этому и все. Ну а над какими-то такими привычками буду бороться с собой. Какими привычками? Неприятными ощущениями надо бороться. Сейчас, кстати, жарко, надо снять все это. Потому что очень жарко. Больше всего я сейчас, и как мы вчера хорошо с ним посидели, включила я музыку Дорунгену Кутлуолсу. Он был такой счастливый. Такой счастливый у меня был муж, когда я включила ему эту песню. Танцевали с ним, веселились. Поэтому сегодня уже у нас нету сил. Да и в понедельник как-то, не знаю.
Жизнь непредсказуема, то есть полна сюрпризов, поэтому я доверяю судьбе. Что будет, то будет. Я приму с благодарностью. Друзья мои, готовлюсь в ресторан. Все-таки решили пойти с мужем в ресторан. Нанесла маникюр. Волосики сушу и едем. Покажу вам наше любимое место со шкибом. Это я другая, да, после этого там. Биби, я, знаете, сегодня с каким и пользуюсь биби, извините. В этот раз вот такой взяла. Я давно его купила, когда мы ездили в Кемер. Не в Кемер мы ездили, а в Анталию. В тот раз я тогда я купила. И он такой какой-то вот темный, да, вот мне захотелось темненького что-нибудь себе добавить. И волосики у меня темненькие. Мне моя подружка Жанночка привезла набор такой. Сейчас вам покажу. Видите, кикимора. Тут сразу идет шампунь, маска и еще что идет? Вот средство, разглаживающий крем-филлер для волос. Кикимора фирма. Вот. Так что готовлюсь активно. Не переключайтесь, смотрите дальше. Ну и не забудьте подписаться на мой канал, нажать лайк и написать комментарий после просмотра видео. Не забывайте. Я стараюсь для вас. Собрались мы, вышли. Я желтенькая, как цыпленочек. Ну, надо ехать далеко. Ну, этого того стоит. Базар там собирают. Оделись мы, у нас, наверное, весна не придет никак, лето тем более. Принимаем с благодарностью. Это подарочек получила моя подружка. Так как у нас нет транспорта, нам надо ехать на автобусе. Но мы на маршрутке ехали с пересадками. Мы попали в центр города. Красивый он тоже светится. Давно мы не были в этом месте. Так все красиво. Люблю я огни вечерние. Что-то проголодалась уже, как вышла из кето, из кетоза. Уже у меня появилось чувство голода. И у меня в последнее время появилась страсть к сладкому. Посмотрите, зеленая слива стоит 100 лир. Люблю я такое, дашка. Да, красиво лампочки светятся. Покажу вам ночной. Вот здесь я никогда Мерси не покупала эти устрицы. Тут обрезгую. Ну там и как там приготовлено. А, дашка, горка. Сейчас на вторую маршрутку садимся. Прямовый. Ну, туда не ходит. Башкам сен бунда бурада бана алдын эльбисе. Мой муж мне помнит, это помните, как вы можете помнить? А можете помнить, кто со мной в начале платье свадебное, где кто-то здесь купил? Бурадашки? А, вот здесь, Эветашки. В этом магазине он мне купил свадебное платье, там я мерила. А, у нас у Хатырла. А, какое короткое. Ошки. Тут очень много было салонов. Просто она выдрась сегодня. Чуть сюда. Вот здесь говорит. А я не помню уже. Тут их очень много. В магазинах таких. Ой, чё бурата? Аж кембелиорный привинит. Знал, куда меня привел. Каршены. А? Каршены через. Нева города Каршен. У нас еще.
Если бы я сейчас замуж выходила, одела бы. А, и на истёрым геймеку. О, гюзельмиш. Алава наш, мы не алава. Ады. Какой интересный парк здесь. Ишик-йок. Каралык. И детская площадка. Интересно сделали. Приехали мы на нашу точку. Вот здесь выбираешь рыбу. Спрашивают, какую вы хотите. Мы хотим на мангале, потому что какой я будут они жарить, там бог его знают. Ну вот смотрите, это на жиру. Это чупра я не хочу, мы недавно ели. И вот эту мы выбрали, смотрите. Кара какая-то, кара новая, что-то на мангале. Вот это выбрали и выбрали для креветки. Бу не кадар бу? Жумбо. Бешус? Ошу не бешус. Да, не бешус. Bu ne kadar? Bu ne? Aynıydı. Sübiye. Yerli sübiye. Bu kalamar. Yerli kalamar. Temizlenmemiş. Hazır, donmuş. Bu biz şimdi bu ya aldık. Güveç, evet. Güveç karides. Tamam anladım. Teşekkür ederim. Ama 500 çok pahalı değil mi? Jimbo neden? Oldu mu orada? Jimbo. Jimbo самый большой 500 lir. Тут чистят. Потом отнесем и все. Вот так вам принесут эту рыбу, куда хотите. Видите, какие рестораны здесь? На втором этаже. Но мы привыкли вот в этом. Закрыто. Смотрите, тут такая кольцевая. Тут рестораны, тут рестораны. Мы сейчас придем сюда, старый наш ресторан. Посмотрим вот. Хочу показать вам это место. И самое главное, знаете, красиво, что здесь вот открыли нам это. Мы сидим как на улице. А обалдеть. Табики, о чё гюзель. Нефес алдым. Вот такие вот дают салаты офигенные. Тут так все вкусно, друзья мои. Будем пить сегодня ракы, наверное, с мужем. Мой муж такой красивый. Светлана купила ему длинную сорочку красивую. Красавчик. Сосла гзель гидео, понимаешь? Сосла гзель гидео. Посмотрите. Посмотрите. Вместе с соусом. Посмотрите. Мы сейчас будем это кушать все. С соусом. Не получается так красиво, как хотелось бы. Поэтому я кушаю, друзья мои. Это очень вкусно. Турецкая классика. Приятного аппетита. Хорошо мы сидим с моим именинником. Сейчас еще принесут кое-что. А там море. Обожаю это место. Так просто все, да? Но так вкусно здесь. Обалдеть. Ашкин, с днем рождения тебя. Дай Бог тебе здоровья, счастья. Много денег. Со мной вместе, да? Да, Ашкин? Да? Да. У нас вот так креветки. И рыбка еще осталась. Так здесь классно. Вкусняшка. Кета закончилась у меня. Забыла вам показать, что нам принесли. На мангале рыбу мы пожарили. Халили называется. Знаете, какая-то она... Я такое не ела еще. 500 лир килограмм. Понимаете? Вот, мои дорогие зрители. Халили. Тут уже никого нет. Почти.
вид потрясающий. Знаете, что мне нравится, что здесь очень все просто. И все, и вкусно. 10 часов вечера, там официанты ходят. Башка заману, ворона чистые. Я говорю, в следующий раз мы туда пойдем на второй этаж. Ильгинч Варгинчик. Здесь все так легко, простенько, но очень вкусно. Обалденно вкусно. 7 лет назад меня мой муж привел сюда. Именинник немножко возбужденный. Уехать из нашего кафе было очень сложно. Нам предложили такси, маршрутки и автобусы не работают. Мы сели, и таксист предложил нам какую-то сумму 350 лир до Мизитли. Я согласилась. Потому что я заслуживаю, собираюсь по маршруткам ездить ночью. Правильно же? Так что вот мы едем домой, мои дорогие друзья. Все благодаря моему бизнесу. Замечательно. Был вечер, мой муж сказал, хорошо, что я на тебе женился. Вы не думайте ничего плохого, мой муж не мерк. Контильный, но он счастливый. Я хотела сделать радостным его день рождения. Всем пока!